Приветствуем вас, друзья! Несмотря на все сложности, мы все так же продолжаем делать для вас видео, в которых рассказываем о самых важных событиях из жизни знаменитых и талантливых людей. Этот год стал настоящим ударом для многих. В том числе из-за того, что именно в этот год мы потеряли очень много поистине великих людей, которые посвятили свою жизнь развитию культуры нашей страны. Ежедневно мы получаем подобные сообщения и вынуждены констатировать, что уходит великая эпоха. К несчастью, и сегодняшний день не стал исключением. В возрасте 56 лет скончался замначальника отдела военного следственного управления России Евгений Рыбаков. При исполнении служебных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции в Донбассе погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по объединенной группировке войск, отмечается в сообщении ведомства.